Всем привет на канале ИП. В последнее время очень часто стали присылать сообщения, фотографируют значки всякой разной тематики. Не помню, какой мы с Игорем Павловичем ролик сняли, где рассказывали про политеховские значки, как вы помните. Вот после него, после этого ролика пошел буквально шквал сообщений на наши WhatsApp с просьбой, что у нас есть вот такие значки, такие значки. Мы решили сделать такое маленькое обзорное, не вдаваясь в подробности. Давайте просто покажем вам на примере, что... Ну вот, смотрите, большое количество олимпийских значков. Игорь Павлович тоже про них делал. Есть легкие и тяжелые. Это отдельная тематика. В принципе, в советское время индустрия значков была хорошо развита в Советском Союзе. То есть значки выпускали не только монетные дворы, но и различные художественные мастерские. Здесь, в Караганде, в частности, была тоже своя художественная мастерская, которая выпускала знаки, значки всякие разнообразные. В каждом киоске, в газетном, и можно было купить не только спичные этикетки, почтовые марки и конверты, но можно было купить и различные значки. На каких значках лучше сосредоточиться, если у вас есть дома какая-то небольшая подборочка? Ну, это в первую очередь это армейские знаки. Вот обратите внимание, знаки классностей. Вот такие знаки тоже бывают тяжелые, бывают легкие, пограничные. Видите, ну так для примера. В принципе, вот они востребованы среди коллекционеров. Вот знак об окончании военного училища высшего в советское время, ромбик. Армейские. То есть, вот это вот, как бы особенно, вот эта вот классность, допустим, сейчас тоже есть люди, которые специализируются на том, что собирают вот такие знаки классности. Они были, во-первых, по разным родам войск, во-вторых, они выпускались в разное время в разных исполнениях. Были они вот на таких вот защелках. Видите, какая защелка? Были варианты, там и с закрутками, были варианты, если я не ошибаюсь. И более мелкие застежки. То есть все это как бы разное исполнение, и люди собирают в разные года. По, по годам собирают, по выпускам собирают. То есть есть коллекционеры, которые на этом специализируются. Ну, вот видите, на закрутке. Знак. А, то есть, вот как бы это коллекционерам интересно. А что может быть еще интересно? Интересно могут быть вот такие региональные выпуски значков. Видите, вроде бы легкий значок, алюминиевый обыкновенный, но это у нас выпущена а, Павлодарская область. Ильичевский район, 10 лет района. То есть она как бы мелкая, но тиражи таких значков были очень-очень маленькие. То есть ограниченные, во-первых, население района не очень большое, во-вторых, вручалось она небольшому количеству людей на каком-то мероприятии. И мало кто эти значки сохранял. Чаще всего они как бы приходили в негодность быстро и выбрасывались. Поэтому как бы есть коллекционеры, которые гоняются за некоторыми районами, за некоторыми городами. Поэтому обращайте на это внимание. Вот, обратите внимание на пионерские значки. То есть мы все привыкли к более современным видам значков пионерских, которые мы сами носили в 80-е годы с профилем Ильича. Там были за активную работу значки там и тому подобное. Но чаще всего они были сделаны в алюминии уже. В легких металлах с покрытиями и с красками. Здесь у нас тяжелый металл. Видите? То есть это у нас бронза. Серьезная достаточно застежка. То есть на всех этих знаках подобные серьезные застежки. И здесь у нас горячие эмали. То есть такие знаки были гораздо раньше. Это 50-е, наверное, 60-е годы. Видите, тут даже классность была. Первый, второй, третий класс. И, соответственно, вот на такие тяжелые знаки сейчас имеется определенный спрос. То есть коллекционеры стали, фалеристы, стали собирать значки именно тяжелые. И стоимость таких значков намного выше, чем стоимость значков алюминиевых. Поэтому в общей массе, когда дома перебираете, если у вас что-то из значков осталось, то обращайте внимание в первую очередь на тяжелые знаки. А вот такие вот отличники, видите, отличник авиации, и вот тоже отличник ВВС. Но это более поздний, более старый вариант. Это более современный вариант 70-е, 80-е годы. Соответственно, цена на порядок выше. Тут видите, знак гораздо крупнее. На закрутке. Закрутка тут, по-моему, не родная, да? А здесь уже, как бы, защелка. И знак намного мельче. Особенно вот в военные годы. Вот эти отличники, выпущенные в военные годы, они особо ценятся, потому что выпускались тоже не всегда монетными дворами, иногда выпускались другими мастерскими. И очень много разновидностей. Есть сейчас коллекционеры, даже у нас в Караганде есть коллекционеры, которые специализируются именно на собирании вот таких знаков отличников. У них есть очень хорошие, серьезные подборки, и там стоимость этих знаков иногда бывает, бывает доходит и до 50, и до 100 долларов. Иногда бывает закрутка на сам знак стоит дороже, чем сам знак, потому что очень редкие варианты закруток, иногда бывают даже номерные закрутки. Вот если я не ошибаюсь, где-то в Игоря Павловича там я видел такой знак с номерной закруткой. Поэтому, перебирая значки, и предлагая их, в первую очередь старайтесь их отсортировать, во-первых, по тематикам, и во-вторых, определяйтесь по весу. То есть старые знаки более тяжелые с горячими эмалями идут, современные знаки в основном идут с алюминиевые и с красками. Отдельно хочется сказать, что у вас требована тематика по космосу. Есть люди, которые специализируются именно на собирании значков космической тематики. В советское время их выпускалось огромное количество, но даже среди легких обычных знаков есть очень-очень редкие и очень ценные, за которые коллекционеры готовы заплатить вполне серьезные деньги. Разумеется, порядок цен тут может показаться не очень большим. Есть значки, которые стоят 100 тенге, 150 тенге, есть стоят 5000 тенге. Но, тем не менее, иногда э, в той груди значков, которые у вас есть, если значки в хорошем состоянии, можно найти что-то интересное. Э, я сам скажу, я особо не специализируюсь на фалеристике, так поверхностные знания у меня имеются, это не моя специализация, но всегда можно написать Игорь Палычу, э, прислать фотографии, если у вас есть что-то ценное. Разумеется, если у вас что-то очень много всего такого дешевого в плохом состоянии. Слать этого это не надо. Это лучше берите и идите в клуб коллекционеров в вашем городе. Если есть у вас хорошие тяжелые знаки, бронзовые, медные, с горячими эмалями, то, конечно, тут уже можно смело писать Игорь Павловичу на WhatsApp. И он вас проконсультирует и подскажет, как быть с этими знаками. Потому что в базе Игорь Павловича есть люди, которые специализируется на определенных темах, и он тогда сможет вас конкретно с этими людьми свести. Ну, а если это просто как бы значки, так называемые ширпотребовские, то, естественно, как бы лучше не беспокоить. Лучше, я говорю, идти в свой клуб коллекционеров, показывать фалеристам вашего клуба коллекционеров, и там уже на месте определяться по цене. Ну, легкие знаки ширпотребовские, они, в принципе, стоят недорого как я уже сказал, 100-150 тенге это максимальная цена. Что ж, перебирайте все, что есть у вас дома. Сейчас такие времена пришли как бы сложные, что хранить барахло смысла нету. Но и даже в куче барахла всегда можно найти что-то ценное, что можно достаточно выгодно продать и заработать на этом немного денег, которые можно потратить на более необходимые вещи. Не забывайте лайкать наше видео, делать рассылку среди ваших знакомых, потому что, может быть, наш ролик поможет им что-то найти, что-то интересное. Ну и пишите в комментариях, что вам интересно, какие тематики вам интересны. Постараемся потихонечку с Игорем Павловичем про них тоже рассказывать. Всем удачи, до новых встреч на канале ИП.